На ЖД вокзале в краевой столице было непривычно много детей. Им рассказывали, какие опасности могут таить железнодорожные пути. Сейчас нередки случаи, когда подростки из-за своей невнимательности или в погоне за адреналином получают травмы или вовсе погибают под колесами поезда. Школьникам перечислили главное правило – не переходить пути в необорудованных местах, тем более в наушниках. Не выходить за линию безопасности, не приближаться к контактной сети и просто быть внимательными. За нарушение этих правил, предупредили полицейские, грозит административная ответственность. Также детям показали видео с последствиями, которым привело легкомысленное отношение к безопасности на железной дороге. Научить мы, конечно, хотим прежде всего это правилам поведения на железнодорожных объектах. Это и транспорт, и сами вокзальные комплексы. И, конечно, целевая аудитория – это прежде всего несовершеннолетние подростки.